прислоняясь к дверному косяку, я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку. Это строки не мои, однако я займу их только и всего. Вряд ли век Бориса Пастернака отличается от моего. Или, скажем, времена Шекспира, так ли безнадежно далеки? Мне сдается, нет. В масштабах мира хватит и проделанной руки. И на ней прекрасно видно пальцы. Вот, допустим, сотворился мир. Вот, глядишь, уже неандертальцы. Вот Гумер. А вот уже Шекспир. Вот грустит мизинчик без работы. Что с ним делать? Чем его занять? Байрон, Блок, Высоцкий, Пушкин, Гёте. Или же в носу поковырять? Наблюдая, как минуту славы кто-то в телевизоре нашел, тому вы не будет от Куджавы. И Бодлер на кастинг не прошел. Там не будут Леонид Филат, Маяковский или Лафонтен. Почему? Да нет таких форматов, чтобы вмещали, не давая крем. Где формат найти на Лесистра в переводе? Это же разврат! Грибоедов вроде без разврата, но однако тоже не формат. Галич и Есенин не в формате. Про Июна я вообще молчу. Перечислить всех? Да дня не хватит. Я же еще и выступить хочу. Пролистнуть затертые страницы так давно исхоженной канвы. Что тут в нове? Разве только лица. Да и тебе, пожалуй, не надо. Нет, с позволения сказать, 100 лет, да? Значит, в качестве темы
для нашего с вами авторского сочинения мы возьмем всем хорошо известную историю Буратино. О! Вот вы меня спросите, почему именно Буратино? Я вам отвечу. Это очень просто. Потому что А, она всем хорошо известна. А это ставит всех авторов в одинаковые, равные условия. Это важно. Б, она имеет отношение к театру. А великий Шекспир когда-то сказал, что весь мир в театре. Не зря же он это сделал, дорогие, не так ли, да? И С, история деревянного мальчика, нашедшего золотой ключик и открывшего нам новый прекрасный театр, имеет отношение, прямое отношение к реформе образования. Это важно, дорогие мои. И к этому мы с вами обязательно придем. Да, потому что вся вот эта вот Диебеденечка началась именно тогда, когда деревянный мальчишка, засранец и шелопой, я прошу прощения, продал свой букварь. Вот, дорогие мои, это очень важно. Это очень важно. Да. Значит, представьте себе атмосферу какого-нибудь прокуренного парижского или шанхайского кабарета. Что мы делаем, мы вот, да, рассказываем историю Буратино. Да. И на сцене один из самых выдающихся и один из самых первых отечественных авторов-исполнителей. Вы лежали в охапке в углу за печуркою и могли бы остаться бревном, бессловесным поленом, безмозглою чуркою. Гореть беспощадным огнем. Но несчастный столяр сделал ножки и ручки вам, шил вам курточку и колпачок, и купил вам букварь и бумажные брючки, и сказал вам: учись, дурачок. Но букварь вы продали с котами и с лисами, вы отчаянно начали жить, потому что однажды в углу за кулисами вы театр решили любить. Я прошу вас, мой мальчик, не сгиньте в унынии, ведь не зря же у вас длинный нос. Притворитесь поленом, смирите гордыню и решите с театром вопрос. Что у нас с вами получается, да? А что у нас, собственно, получается? А получается у нас с вами декаданс. Ну, что у нас с вами получается? Декаданс. Ну, вы все здесь грамотные, образованные, культурные дяди. Не побоюсь этого слова. Да. И знаете, что такое декаданс? Такой вот, конечно, немножко утонченный, немножко отстраненный, но необыкновенно теплый. Элегантный, я бы сказал, стиль. Значит, едем дальше, видим что? А дальше, граждане, товарищи, друзья, дорогие, у нас кошмар совершеннейший. Война. А, нет, сначала революция. О, революция. И как теперь принято говорить, октябрьский переворот. Да? А вы, кстати, вы тоже так подумали. Да? Потом война. Сначала братоубийственное гражданство. Потом какая-то непостижимая кровавая Вторая мировая. ГУЛАГ! О, и что мы имеем? А имеем мы, мои дорогие, Клондайк совершеннейший. А именно, послевоенное поколение. Друзья, ну мы все грамотные, образованные, культурные, и понимаем с вами, какое необыкновенное количество выдающихся авторов исполнителей подарил нам вот это самое послевоенное поколение, поколенище, я бы сказал, да, если не сказать больше, да. Ну, естественно, мы не можем с вами вспомнить всех, но был один автор,
и вспомнить которого мы с вами просто не имеем права. Час зачатия свой помнил не точно он, потому что его не зачали. Он явился на свет непорочно, древесина являясь в начале. И кудрявилась мягкая стружка, и скрипя отлетали сучки. Так однажды в каморке игрушка, подняв веки, открыла зрачки. Спасибо вам, писатели, что плюнули да дунули, что без какой-то матери историю придумали. В те времена укромные, теперь почти блинные, когда срока огромные, за нос давали длинный, когда для всех один очаг на стенке нарисованный. Но мальчик выжил не за чаг, в условиях рискованный. Ходу дал пацаненок из дому, все продал и попал в переделку. По понятиям снежного кома, попадая от стрелки на стрелку. По стране дураков бесконечных и по полю бескрайних чудес. Если б знал, что и как, то, конечно, он обратно в полено залез. Почему у меня спрашивают, я вам отвечу. Очень просто. Потому что А. Культ личности. Б. Беспросветное ощущение тупика. И С. Необыкновенное предчувствие Ренессанса. Продиктованное, пусть и короткое, ручество, но все-таки культ теперь. Да? Едем дальше. Едем дальше, видим что. А дальше, друзья мои дорогие, очередная запиндя, запиндюлька, запиндюлище. Я бы сказал, если не сказать больше. Была страна Советов, нет, нет, вся вышла, да. Не зря, товарищ, предощущали, не зря. И что мы тут имеем? А имеем мы новую Россию. О! Русь, я бы сказал, федеральную. Да. И что у нас тут? А тут у нас огромный выбор развлечений и необыкновенно широкий ассортимент. Автор, исполнитель, естественно, всех мы вспоминать не будем, остановимся только на наиболее вчера бревно, и могло бы сгореть в печи. Побежала в страну дураков золотые искать ключи. Из носка у него колыбак, и везде он сует свой нос. Что сказать дураком дурак, но с театром решил вопрос. Ау, как его ребята зовут? Ау, кто прогнал кота из лесу? Ау, у кого вся сила в носу? Какой я бред несу? В это же время. То есть без времени. Об этом, кстати, тоже надо подумать.
поэзия женская. То есть нет, автор, которого мы сейчас с вами будем анализировать, он, безусловно, мужчина. Но аудитория у него преимущественно женская. И поэзия соответствующая. Исполненная тихой грусти и светлой печали, ажурная и витиеватая, как женский разговор по телефону. То, что был Буратино полено, ни секрет, ни вопрос, ни тайна. Папа Карло мальчишку увидел в неприметном дубовом бревне. Человек из него получился, я клянусь вам, ребята, случайно. Как случайно своим длинным носом он очаг продырявил в стене. Он бы мог не найти за холстиной незаметную тайную дверцу. Он бы мог не открыть нам театр в неизвестной далекой стране. Но, по счастью, однажды в каморке папы Карла отцовское сердце разглядело смешного мальчишку в неприметном дубовом бревне. А кто-то в думе строчит запреты, а кто-то гения строгает из бревна. Какой подход, такие дети, какие методы, такая и страна. С огнем даже с нарисованным, но на добрый мой совет мальчик наплевал. Он загнал букварь двоим годам приворцованным, и последние пять монет в землю закопал. Понимаете, обязательно немножко ненормативной лексики, потому что иначе тоже не понимают. Годам приворцованным, и последних пять монет в землю закопал. И мораль. Он ступил на скользкий путь, стал марионеткою. Это участь всех ребят, что суют свой нос не туда, куда-нибудь, например, в розетку. И учиться не хотят, и вообще шале. Вот, дорогие мои,
друзья, что у нас получается. А получается, это, собственно, какое-то абсолютно безобразие. Потому что наш с вами приятель лекции совершенно неожиданным образом превращается. Превращается во что? Правильно, в концерт. Такой вот неожиданный концерт, концертики, концертки. Вот. Да. Хотя, положа руку на сердце, да, я бы историю деревянного мальчишки рассказал еще короче. Да, потому что Крапис, как известно, сестра чего? Правильно, я не а талант, ты его не знаешь, это что? Мера. Мера. Так вот, я бы историю деревянного мальчишки рассказал примерно так. Был чурбаном-неказистом, стал заслуженным артистом. Спасибо. Проанализировали штуку, правильно, то, что никогда не анализировали. А надо, друзья мои, да, иногда надо, чтобы так сказать, понимать. Когда на горе свистит, откуда у рыбы ноги растут. Вот. Теперь, значит, от анализа перейдем к практическим загадкам. Практическим, да? Значит, в былые времена на нашей стране существовал такой жанр, как литературная пародия. Да. Ну, кто постарше, безусловно, помнит это. И помните великих мастеров прошлого, вот один из них. Сейчас появится на вашем экране. Вот, Александр Иванович. Я подчеркиваю, литературная пародия. Литературная, не просто пародия. Потому что просто пародистов у нас же в этой конгрессе. Туда не плюнь. О, пожалуйста, пародисты. Это все пародисты. Один в один, точь-точь, глаз-глаз, нос-нос, рот-рот, не воспитание. И в брови, а в глаз бьют товарищи пародисты. Прямо в глаз, который уже замылился, и сил принять уже никаких нет. Вот вы меня спросите, почему их нету силы? Я вам отвечу. Это очень просто. Очень просто. Мы с вами люди грамотные, образованные и культурные. И понимаем, что если в одно и то же место все время тюмкать, можно же и дырку пробить в конце концов. Вот. Поэтому мы с вами в глаз бить не будем. Да. А будем бить куда? Правильно. В мозг. Ну, разумеется, не прямо в мозг, это было бы в высшей степени безнравственно, да? Мы будем делать это опосредованно, то есть через что? Через пушки. Здравствуйте, дорогие друзья. Поэзия, она окружает нас повсюду. Она в великих строках поэтов прошлого, в искрометных лозунгах сегодняшних авторов и, безусловно, в песнях. И что такое песня? Это стихи и музыка. Я решил обратить свое внимание на нашу отечественную эстраду. Вот перед вами автор. Его зовут Симон Асиашвили. Очень одухотворенное лицо, согласитесь. Он автор бессмертного произведения, которое называется «Пять звезд», «Любовь пять звезд», и которое исполняет Филипп Киркоров. Я напомню вам слова Симона. Я подарю тебе любовь пять звезд, и в ней утонут все твои мечты, и небо брызнет лепестками роз, когда любовь пять звезд узнаешь ты. Согласитесь, автор нашел бесспорно очень емкий образ для выражения этого вечного чувства. Я решил продолжить его мысль и написал пародию, которую назвал «Неожиданный эффект». Я подарил тебе любовь пять звезд. Я так старался, но внезапно ты мне задала критический вопрос. Откуда пять, ведь раньше было три? Откуда пять в словах твоих подвох, я, растерявшись, не нашел ответ? Откуда пять, ведь не было и трех, и даже двух за прошлых 8 лет? Откуда пять, в глаза мне посмотри? Откуда пять, я что-то не пойму? Откуда пять, ведь было только 3 в медовый месяц в Судаке в Крыму? Что происходит, отвечай, не ври. Случилось что, откуда это прыть? Но, может быть, порой и было 3, но ведь не 5, я б не могла забыть. И я ответил, милая, прости, тебя отнюдь обидеть не желал, я мог бы дотянуться до 6.
И дотянулся б, если б не устал. И тут осекся, прикусил язык. В сердцах, похоже, лишнего сболтнул. Ведь каждый ценит то, к чему привык. А новшества не нужны никому. И жизнь пошла привычным чередом, знакомым руслом побежала вновь. Работа, дом, и вновь работа, дом, и иногда на троечку любовь. Сверяю даты по календарю, декабрь промчался, ни хорош, ни плох. На Новый год тебе я подарю любовь, но звезд не больше 4. Спасибо. Катя Лель, еще одна звезда российской эстрады. У нее есть песня, которая называется «Сделай шаг». Автора этой песни мне установить не удалось. Доподлинно известно, что это перевод с английского. Кем он сделан и насколько точно он сделан, неизвестно. Но если он сделан более или менее точно, то возникает вопрос. Какой вы поймете, услышав слова припева? Слушайте внимательно. Земля уходит из-под ног за горизонт. И от ненужных слез нам не поможет зонт. Без комментариев. Свою пародию я назвал «Земля обиженно уходит». Земля уходит из-под ног за горизонт. Куда еще идти измученной земле? Слагая этот стихотворный оборот, похоже, автор был слегка навеселе. У горизонта есть один банальный смысл. Земля и небо создают горизонталь. Но вероятнее всего, что эту мысль поэт отбросил как ненужную деталь. Земля уходит из-под ног, и в этом суть. Чтоб подчеркнуть трагизм и слезы, нужен зонт. Но рифмовать с зонтом не будешь что-нибудь. Вот и пришлось земле идти за горизонт. За свой же собственный, ведь так решил поэт, так вдоль экватора тихонько и пошла. Вокруг оси, как до того миллиарды лет. Но лишь теперь сакральный смысл поняла. Спасибо. Земля уходит из-под ног за горизонт. И от ненужных слез нам не поможет зонт. На ваших экранах барнаульский автор Лев Шапира. Именно он автор бестселлера, который называется «Самый лучший день» и который исполняет великолепный Григорий Лепс. Что-то задумал. Может быть, новую нетленочку. Я напомню вам слова из этой песни. Самый лучший день заходил вчера. Ночью ехать лень пробыл до утра. Но пришла пора и собрался в путь. Ну и ладно, будь. Признаться, я не очень понял, кто заходил. Откуда пришла пора, почему лень и кто куда собрался. Чтобы навести порядок, прежде всего, в своей голове, я написал небольшую пародию, которую назвал «Пятница». Самый лучший день ждал 4 дня. Понедельник был трудный у меня. Вторник так себе среда. А в четверг уже я с обеда ждал. Дурака валял, побеждая лень. Наконец настал самый лучший день. Я считал часы до 6 часов, и часам к 7 был уже готов. Дальше тишина, в памяти провал. Самый лучший день, видимо, проспал. Самый лучший день заходил вчера, а с утра мигрень и тошнит с утра. Спасибо. Заходил вчера. Известный российский продюсер и музыкант Александр Шульгин. Вот он на вашем экране.
Именно ему принадлежит авторство песни, которую исполняет певица Валерия, и которая называется «Таю на губах». Я уверен, вы прекрасно знаете эту песню. Но я на всякий случай напомню вам слова припева. «Таю, таю, таю на губах, как снежинка таю я в твоих руках, стаю, стаю, стаю наших птиц, боюсь спугнуть движением ресниц, тонко, точно, изящно». Придраться не к чему, но это припев. Я уверен, что вы не вслушивались в слова куплета. Я вам их напомню. Слушайте внимательно. Подарю я тебе себя, подарю, подарю как самой себе. Свою пародию я назвал «Подарок». Получил вчера подарок я. Со словами «это все тебе» подарила мне сама себя. Подарила, как самой себе. Завернула в собственный халат, в тот, что я когда-то подарил. И спросила: рад? Конечно, рад, как-никак подарок получил. Ну давай скорее разверни, потяни рукой за поясок. Я сказал: родная, извини, можно я посплю еще часок? Был вчера, похоже, перебор с алкоголем, все-таки Новый год. Может, твой подарочный набор до обеда как-то подождет? Понимаешь, таю на губах, и в башке как будто стая птиц. Я боюсь спугнуть проклятых птах небольшим движением ресниц. Я еще немножко полежу, может, на часок еще засну, и потом подарок развяжу, и, возможно, даже разверну. Спасибо. Майдан. Знаете, творчество этого молодого, подающего большие надежды автора и исполнителя, вызывает во мне безмерное удивление, любопытство и воодушевление, вдохновение. Потому что этот автор способен высечь искру зрительского внимания из самого незначительного события его, Дениса, жизни. Примером тому его суперхит под названием «36,6». Я прочту вам слова Дениса. «Если все не так и с утра не то, и не сделать шаг и вопросов 100, где-то средь ветров о хорошем весть, но главное здоров 36,6». Согласитесь, масштабный повод для написания художественного произведения. Я не смог удержаться и назвал свою пародию «Отпустила». Встал с утра артист с болью в голове. Чувствует раскис 37,2. Проглотил у пса, лег опять в кровать. Через полчаса 35,5. Парень молодой, нет и 40. Видимо, с упсой перебрал слегка. Слишком поостыл, нужно поднимать. Йоду проглотил 37,5. Настроения нет, видимо, бронхит. А вечером концерт, нужен новый хит. Взял гитару зло. Начал напевать. Чувствует, пошло. 35,5, 35,7, 36,2. Кашля нет совсем. Ясно в голове. 36,3, 36,5. Вот уже почти. Нужно поднажать, додавить, добить, не сдаваться. Есть. Новый суперхит. 36,6. Вот перед вами Сергей Лазарев. Он сам пишет и слова, и музыку. Вот что иногда выходит из-под его пера. Песня называется «Весна». Ты распечатала тело, как на ладони подарок. Луна сквозь стекла глядела, не замечая помарок. Без устали колотили по подоконникам капли. А мы друг друга любили, теперь отпустит нас вряд ли. И припев. Это весна, знаешь, обратной дороги нет. Это весна, моя любовь тебе шлет привет. Свою короткую пародию я назвал «Пубертат».
Ты распечатала тело, как на ладони подарок. Я на него поглядел и увидел массу помарок. Не очень ровные ноги, спина не очень прямая, но нет обратной дороги. Весна, зараза такая. Луна сквозь стекла глядела, по подоконникам капли. Твое упругое тело упругим было навряд ли. Но мы любили, как боги, сквозь поцелуй и стоны. Ведь нет обратной дороги, когда играют гормоны. Спасибо. Группа «Градусы». Вот смотрите, какие вдохновенные авторы. У них есть песня, вы ее прекрасно знаете, она называется «Голая». И там есть такие слова: «Нравится мне, когда ты голая по квартире ходишь и, несомненно, заводишь. Нравится мне, когда ты громко хохочешь, неважно, днем или ночью, это нравится мне». Свою пародию я назвал «Одетый». Я сидел за столом, я писал, я пытался работать. Но работа не шла у меня в этот день от чего-то. Я собраться не мог, ускользал от компьютера взглядом, потому что все время ходила ты голая рядом. Я терпел, как кремень, я работал мозгами, как Ленин, но предательский взгляд постоянно скользил по коленям и по прочим частям твоего обнаженного тела. И хотелось сказать, что ты ходишь по дому без дела. Я открыл был рот, но смолчал, ограничившись взглядом. Я заметил, что ты не одна ходишь голая рядом. Мне пора отдохнуть, полежать пару дней на диване. Я неважно смотрюсь в пиджаке и с компьютером в бане. Спасибо. Ну и напоследок, моя любимая группа, это группа «Банд Эрос». У ребят есть суперхит под названием «Про красивую жизнь». Я сейчас вам прочту строчки из этой песни. Если вам покажется, что вы сошли с ума, гоните это ощущение. Итак, «Про красивую жизнь». Состоятельный друг напоролся на сук. Шире круг для подруг. И припев: еще чуть-чуть и прямо в рай, их жизнь удалась, what a beautiful life. Я решил найти связь между куплетом и припевом. Получилась небольшая пародия, которую я назвал «Конец красивой жизни». Не желая уйти от судьбы, в лес пошел состоятельный друг. Он пошел в этот лес по грибы, но, увы, напоролся на сук. Напоролся и понял: хана, суки явно давно голодны. И уже ухватила одна олигарха пониже спины. Он подумал: осталось чуть-чуть. Он увидел над пропастью край и успел мыслишко мелькнуть. Ничего себе, beautiful life. И нельзя откупиться от сук. И презрительно смотрят дубы. Видно, зря состоятельный друг без охраны пошел по грибы. Спасибо. Литературная поэтическая роскошь, она же окружает нас ежесекундно. Ежесекундно. Но мы так заняты неизвестно простите, чем, что этого даже не замечаем. А надо бы, друзья мои, да, иногда надо, чтобы, так сказать, понимать, когда рак на горе свистит, и когда у рыбы вырастет, да? И ведь все это явление известно мне. И автор известный мне. И исполнители известны, и цена всему этому известна, известность. А слово, к которому мы пришли. Пришли почему? А потому что не прийти к нему было бы невозможно. Ведь оно — это слово. Или точнее, она
это известность. Это, друзья мои, предел желаний, предел стремлений и, к сожалению, предел возможностей неба. Звездами перегружено. Места на небе не хватает. Но, вероятно, кому-то нужно, раз их по-прежнему зажигают. Зажигают они и светят. Крупные, те так вообще сияют. Но непременно и те, и эти свет проливают, выпливают. Свет благодатный, с небес сходящий космоса вечного воплощения, непостижимый, к себе манящий счастье, сулящий, как причащение. Лица ухожены, зубы ровны, мягкого взора лучи ласкают, их зажигают. И, безусловно, очень старательно зажигают. Это ж не пахнет, не вспыхнет сразу тесную комнату, освещая, сколько же нужно нефти и газу. Загорелась звезда такая, чтоб загорелась и не погасла. Потенциал свой спаля исчезнул. Сколько же пары ей нужно масла, чтоб подливать его в эту бездну. Но их по-прежнему зажигают и бесконечно чартовый дюжин. Видимо, блеску нам не хватает, раз этот бисер кому-то нужен. Я никогда не просыпался знаменитым, и вероятнее всего, что не проснусь таким уже. С утра встаю я исключительно помятым, и небритым, и в туалет, шагая в полном неглиже. На кухне кофе с сигаретой, хоть прекрасно мне известно, что не пойдет на пользу это организму моему. Пора завязывать, но это тоже стало общим местом, и мне противно, сам не знаю почему. Одни летят, проходит жизнь. Я еще чего-то жду, но то ли звезды не зажглись, а то ли карты не сошлись, а может, вытащил не ту. Я никогда не знал полнейшего достатка, и вероятнее всего, что не дождусь его уже. Смешно рассчитывать мне на пороге пятого десятка, хотя надежда не терпится в душе. Но свято верю я, когда-нибудь я обрету покой, раздам друзьям свои бесчетные долги. Но не сожгу я ни одной своей расписки долговой, они мне как литература дороги. Одни летят, проходит жизнь. Я еще чего-то жду, но то ли звезды не зажгли, а то ли карты не сошли, а может, вытащил не ту. Я никогда не видел то, что невозможно объяснить, и вероятнее всего, что не увижу никогда. Но чтобы все понять, не хватит даже вечности прожить, а кое-что не стоит права и труда. Я не пытаюсь понимать, я просто-напросто гляжу из близорукого подробного окна. И этот экшен бесконечный, я, признаться, нахожу, не слишком сильно отличается от сна. Одни летят, проходит жизнь. И я еще чего-то жду, но то ли звезды не зажгли, а то ли карты не сошли, а может, вытащил не ту. Да, видно, вытащил не ту. Антракт. С неприметным двориком, дом многоэтажный, а напротив гастроном и ЧП прибой. Кто не знает Толика, то ли узнает каждый. Он заросший, словно гном, клянчит на пропой. Он с утра и до утра на посту, как памятник, в каждом маленьком дворе
есть такой же свой в жизни нашего двора. Он застывший маятник, круглый год в одной паре, то есть чуть живой. А тому лет 20 как, или даже менее, Анатолий Горинштейн, Горинштейнов внук, с блеском кончивший физфак, слыл в тусовке гения физика, технический и т.д. наук. И казалось, впереди перспективы славные, и контракт в Америке, и в Париже дом. Только к бабке не ходи, не хватило главного. Ах, да и что уже теперь, песня не о том. Неприятно школьнику, да и цена-то 3 рубля, вот тебе и гений. А, вот значит, во второй части нашего с вами неожиданно возникшего концерта, концерт кишки. Рассмотрим понятие актуальность в сакральном контексте поэтического языка различных слоев, прослойки, даже прослойчик нашего, с позволения сказать, общества. И будет такое мнение. Поэзия, ну что это такое? Как это архаика, да я чушку. Да? А это так. Мы с вами были грамотные, образованные, культурные, да, культурные, я не побоюсь этого слова, да и знаем, и понимаем, что поэтический язык, несмотря ни на какие вот эти вот дурацкие разговорчики, наиболее полным образом отображает все социальные, нравственные, культурные и прочие процессы, которые в этом самом, с позволения сказать, обществе и происходят. Вот. Итак, актуальность поэзии. Ваня, добрый Ваня. Да лишь в том, что добрый Ваня
Зло говорили был добрее, злой же валенький особо отличался добротой. Добрый Ваня очень злился, наблюдая Ваню злого. Он вообще при виде Вани злого весь негодовал. Злой же Ваня становился не со зла, добрее немного. Говорил, побойся Бога, провоцируй скандал. Добрый Ваня мог бы, в общем, и забить на злого Ваню, только он ужасно злился, видя форменное зло. Он не мог дышать спокойно дома, лежа на диване. И поэтому убийство. Зла добро произошло. Добрый Ваня, Ваня злого, застрелил из пистолета. И отравленным кинжалом адрес Гуару прописал. И полиции был схвачен и посажен был за это, где и был убит стилетом неизвестного лица. Но поскольку неизвестно, кем убит был добрый Ваня, что убил Ивана Злова, ты к тому же не сослал. Мы не можем однозначно дать публичное признание в том, что доброго Ивана злая сила изгнала. Сложен мир. Вполне возможно, слой Ивана погубило, проколол своим стилетом Ване доброе нутро, черт не что. Свихнуться можно, в общем, что-то победило. Как всегда бывает это, назовем его добро. Все ясно стало сразу, и начала она строчить указы, и не заметила, как день прошел, когда очнулась. Глядь, бетонный пол, она привязана, в углу дежурит тетка, короны нет, и на окне решетка. А час спустя открылась дверь в палату, вошел главврач и два больших медбрата. Главврач внимательно ворону осмотрел. Взял в руки карточку, на нос очки надел. Нос, говорит, вы нас напугали. На шкаф залезли. Сыр в народ кидали. Побрить хотели наглые ежей. Семена Зайцева оставить без ушей. Перекроить российско-польскую границу. Покрасить в рыжего директора лисицу. Завхоза Лосева отправить по этапу. Альбу медведь, усосать велели лапу. Потом его же загоняли стулом в спячку. Похоже, все это на белую горячку. Но мы в крови не отыскали алкоголь. Возможно, как артист вы исполняли рок. Не отвечаете? Ну что же, отдыхайте. И вспоминайте, Павел Андреевич, вспоминайте. Халаты вышли. Павел Андреевич ворона. Глаза закрылась, звук издал на вроде стона.
Он помнил только бутерброд с кусочком сыра, что положила на обед супруга Ира. И кусочки плесени на лед и годовой бухгалтерский отчет. В жизни у гнома по имени Рома как-то случился конфуз и скандал. В прошлую среду после обеда Рома влюбился, разбился, пропал. В жизни у гнома по имени Рома резко настали лихие деньки. Он ест морковку, ходит по бровке и прицепил к башмакам каблуки. Она супермодель, и зовут ее Адель. 1.80 м в ней, и он не спит уже 5 дней. И он, сгорая изнемог от ее прекрасных ног, но только он с ней едва знаком. Она супермодель, а он гном. В жизни у гнома по имени Рома все превратилось в единую цель. Очень непросто с маленьким ростом страстно любить неземную такую Адель. В жизни у гнома по имени Рома было достаточно бед и обид. И в довершении их отношений Рома случайно узнал, что Адель трансвестит. Ой! Больше красивой любви не было, страсти не было, счастья лишь друг на друга похожие серые дни. В жизни у гнома по имени Рома все побежало своим чередом. Чаша испита, сердце разбито, только во сне видит маленький гном, что она супермодель, и зовут ее, ну скажем, уже Мишель. И 1.98 м, скажем, в ней, и он не спит уже, положим, 30 дней. И он старается расти, но беднягу не спасти. Его просто и ребром. Она супермодель, а он гном. В сырьёную зимнюю пору
Я из лесу вышел. Был сильный мороз. Лежу, превышая, несется под гору большой семитонный цементовоз. Я шествую важно, в спокойствии чину. Зашел на дорогу, жезл поднял. Куда, говорю, вы несетесь, мужчина? А он отвечает: перевести не понял. Чего понимать, говорю, ты превысил. Давай документы. А он на меня два зуба железных в улыбке окрысил. Командир, извини, я не все понимаю. Кончай издеваться, хирургов ошибка. Права, говорю, тебе паспорт давай. А он отвечает с дурацкой улыбкой: командир, не спеши, я не все понимаю. Я чувствую, что выхожу из терпения. И ноги замерзли, и уши, и нос. Юдашкин не очень учел удивление. Попался бы мне, я бы задал вопрос. Давай документы, тебе паспорт, страховку, права, тебе талон, говорю, доставай. А он из окошка просунул головку: командир, не спичи, я не все понимаю. Пока я на пальцах замерзших с барана с трудом выторговывал 1000 рублей, промчались 2 Вольво, 4 Ниссана, 2 Шкоды, Тойота и 5 Жигулей. Быть может, на них слегонца превышали носители пушкинского языка. Теперь не догнать, навсегда уж ушали, пока я тут изображал дурака. Как семью кормить, если жизнь все дороже, а в тачках по трассам летят? Дураки, из органов мне уходить или все же начать потихоньку учить языки? Он был простой, лежачий полицейский. Он на дороге преданно лежал, и взгляд имел умеренно житейский на тех, кто слишком быстро проезжал. Его совсем недавно положили у перехода там, где детский сад. Но знак поставить, как всегда, забыли, чтобы детки изучали русский мат. Лежачий, 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 откуда ж ты взялся, старик? Летел 3-этажный горячий отборный народный язык. И вот как-то раз полицейский у садика тихо лежал, а в джипе другой полицейский гашетку до пола нажал. Удар получился мгновенный, и на перехода ковер упал заграничный отменный 8-цилиндровый мотор. Лежачий, 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 откуда ж ты взялся, урод? Внимал 3-этажный горячий, собравшийся рядом народ. Из джипа, как зверь разъяренный, явился большой генерал. Плевался слюной раскаленной, руками махал и орал. Но тот, что лежал по призванию, был твердо намерен лежать. И он перед старшим по званию лежал и не думал вставать. Пусть был он всего лишь лежащий, и пусть он всего лишь лежал, но подвиг его настоящий, ведь он оборону держал. И не было крепче преграды, и не было тверже идей, чем холмик у детского сада в защиту российских детей.
сети. Лежачий, сидячий, стоячий, будь верен задаче своей. Ведь верность и стойкость в придачу творят настоящих людей. Копейку на рынке мужик продавал. Никто за копейку цены не давал. ВАЗ 2101 «Жигули» никто не хотел покупать за рубли. За доллары тоже никто не хотел. Мужик, продавая копейку, кряхтел, чуть-чуть заикался, картавил слегка, робел и по полной давал мужика. А что там давать? Он и был мужиком. Вполне заурядным, рожденным совком, на шахте всю жизнь, от звонка до звонка, и эту копейку он брал на века. Копил 10 лет, пока очередь шла, и грезил во сне, как оставив дела, он барином сядет в копейку свою, и вот очутился на самом краю. Страна, что кормилась с трудов мужика, чуть-чуть подтянула тариф ЖКХ. Не то, чтобы мужик собирался роптать, но пенсии стало ему не хватать. К тому же здоровье его подвело, не то чтобы совсем, видно, время пришло. И рухнула дранка с несущей стены, не то чтобы критично, но деньги нужны. А денег мужик отродясь не видал. И вот он копейку помыл и стоял, кряхтел, заикался, тянул, продаю. Кровиночку, ласточку, гордость свою. А мимо него покупатели шли, но 2101 «Жигули» никто не хотел у него покупать и даже копье за копейку давать. Кругом продавались другие авто, и лишь на копейку не глянул никто. И вдруг к мужику подошел паренек. А что, лошаденка? Да хоть рубалек. А что так немного? Она хоть в ладу? Да ездит помалу, когда на ходу. Подвеска не сыплется, не барахлит. Да глух, как в танке, покуда стоит. А много бензина на сотню берет. Да коль гаражи так почти не пьют. А кузов в порядке, и резина цела. Да та же резина, какая была. А как же мотор не сбоит, не троит? Да коль заведешь, так ничего, тарахти. Так видно, пробег у нее больно силен. Да кто ж его знает, пойди под миллион. Пацан смеялся, послушай, папаша. Копейку ты так никому не продашь. Иди-ка за угол, постой, покури, я малость развеюсь, а ты посмотри. Мужик закурил, ушел за куток. И в тот же момент закричал паренек. ВАЗ 2101 «Жигули»! Сегодня спецрейс, мы из Штатов пришли. Модель эксклюзивная, цвет баклажан. Последний владелец индийский раджа. На этой копейке лет 40 назад сам Путин троллейбусу врезался в зад. Сам Ельцин, доколе не брешет молва, на этой копейке сдавал на права. А Клинтон на заднем диване ее впервые растратил либидо свое. На 100 километров 620 грамм. Все время снимает и все в Инстаграм. Мотор, как часы, не сбоит, не троит. 7000 мигов и 500 бибит. Покраска, обивка. Салон и отлив. Стиль ретро-улыбка, совет позитив. Начальная ставка 3000 рублей. Давай, налетай, подходи, не робей. Кровиночку, ласточку. Гордость свою в хорошие руки задак отдаю. И тут же к нему потянулся народ. А правда ли гонит, а точно не врет. Пока разбирались за 10-500, копейку купил. Ахмеджанов нашел. Но тут докурив появился мужик. Жигуль не продам, претерпелся, привык. К тому же дизайн и лояльный расход никак не согласен за 10-500. И двигатель, как его там Инстаграм, копейку свою никому не продам. Отраду свою не отдам, никому такая машина нужна самому. И тут я бы мог свой законченный рассказ, когда бы он так не касался всех нас. Когда бы мы наши копейки могли продать, ну чего там, хотя бы за рубли. Когда бы могли мы за наши труды достойно дожить до могильной плиты. И наших копеек суммарный доход чуть меньше смешил прогрессивный народ. На окошке, на твоем, шторочки
зеленые, мы с тобой сидим вдвоем пьяные, влюбленные. На столе свеча горит, чай пустой, без сахара. Пусть немного он горчит, но чего-то сладко нам никогда и никому мы не сможем объяснить, как все это, да почему видно так тому. Просто смотрим на свечу, просто улыбаемся. Не подслушав, не почем разговора нашего, ведь не нужно ни о чем нам друг друга спрашивать. Никогда и никому мы не сможем объяснить, как все. Сейчас. Идти налево смысла нету. Направо я ходил облом, но ведь народ же курит где-то. Иду под вывеску салон. И 20 ярдов тупо прямо через дорогу на пролом, а там пиццерия Бергамо и шоколадница. Облом. Но дальше я в порыве страсти не нормативно говорил. И после на проезжей части сел на асфальт и и как-то легче стало сразу, и вовсе не от табака, и просто выхлопные газы, и копоть встали, если так. И я позрел, друзья, отчасти, какой я раньше был дурак. Кайфуйте на проезжей части. Вставляет лучше, чем добавок. В таком количестве, ну, бесплатно. Сидишь в общественном дыму. И по закону все обратно. И не мешаешь никому.
помолясь и трижды сплюну, предвкушая и предвидя экзальтированный ропот, гнев, гонение и свист театральных чистоплюев, с вами я, Родомский Витя, неизвестный, ненародный, незаслуженный артист. Почему я ненароден, почему я незаслужен? Тут полнейшая загадка. Вероятно, потому что не очень-то уболен. И, пардон, не шибко нужен. Я не то чтобы забавка, я за даром не хочу. А чего так, почему так, право слова я не знаю, да и в общем-то плевать. Откровенно говорю. Если лезут, кроме шуток, тупо нафиг посмотрят. Как могу, так и играю. Ну, признаться, поддай. Склонен, что тут притворяться. Обязательно на сцене современной новой драмы, извините, но никак. Очень сложно удержаться, если только ты не Ленин. Если Ленин, то не Грамм. Ленин только натощак. Потому что Ленин совесть. Непорочен и прозрачен, он всегда в душе народа жив, живет и будет жить. Это такая повесть. Если бы я был назначен, я бы этого героя постарался воплотить. Впрочем, Ленина обратно мне играть не предлагают. Аарон, худрук, Иуда, сам меня не допущал. Ну, тактично, аккуратно. Ну, понятно, ожидали. Ну, ничего, что, врать не буду, Ильича не воплощал. Но зато чего-то другого было вдоль, выше крыши. И для каждой постановки у меня есть свой секрет потребления спиртного. Чтоб партнера видеть, слышать. Без здоровой обстановки, как хоть убей, театра нет. Если драматург французский, значит пьеса многословная, взять шампанского бокальчик, но желательно не брыть. Шоколадку на закуску и лимончик, безусловно, не спеша, отставив пальчик и прилечь на 5 минут. Подождать, пока как сахар, плавно, медленно, не резко, растворится сладострастие в организме и в душе. И плевать, хоть Жан-Поль Сартр, хоть Кокто, хоть Иоаннески, и Камю идет за здрасте, мой дед помогает. Пузырьки в крови играют, кровь бурлит, и ты подхаешь. Может показаться мало, так бывает, это факт. Если чуешь не хватает, то платочку поправишь, но не больше 2 бокалов, соответственно, на хак. И совсем другое дело, если драматург британский. Тут уже совсем не важно, что они по жизни пьют. Грамм 120 можно смело. Коньячку. Но лишь армянский. Дагестанский или крымский, хоть убей, не подойдут. И французы не годятся с их каким-нибудь морделем. Не подходит для Шекспира слишком тонкий аромат. Забываем, что британцы запивают виски «Эль». Для Отелло или Лиры нужен только Арарат. Настоящий, 7-летний. Тут ведь дело в благородстве, потому что это роли. К ним особенный подход. Гамлет – чушь, дешевый, сплетни, куртуазный урод, вшивый датский алкоголь. Тут 3-летний подойдет. Подойдем к американцам. Вопреки стереотипу, тут ни виски не горится, ни бурбон не подойдет. Литр пива им, засранцы. Подешевле что-то, типа Жигулевского и пиццу на закуску. Все, вперед. Там ведь не в чем разбираться. Примитивные сюжеты, все логично, просто ясно, даже скучно иногда. Сверхзадача не дотянуть до туалета. Но и это не опасно, и что ждем так. Самой сложной задачей, я считаю, безусловно, драматургов наших, русских, на театре представлять, тут уж, вот, не иначе. 200 граммов, только ровно. И при этом без закуски, чтобы ритм не потерять. Русский должен быть голодным, но при этом симпатичным. Неприкаянным немножко, агрессивным, но не злым. Тут не сможет кто угодно сделать образ эстетичным. Это сложная дорожка не под силу молодым. Тут, ребята, нужен опыт, шлейф. Простите прожитого, не владея, не сыграешь беспросветный свет в глушке. Все пустое, водки хлоп.
и родившись как бы стол, ты корнями понимаешь смысл загадочной души. Болью ее терзали, ложь и правду, смех и слезы. Гоголь, Чехов, я не знаю, Достоевский, Толстой, парадоксы мироздания, гнев, отчаяние и грезы. Только белая родная, нет, родинчики ноль. Правда, в новой русской драме высочайший дух утрачен. Не стесняясь, пьют на сцене, не умеют толком пить. Разведут чернуху в храме, превращая в прах задачу, опыт предков обесценив, рвут связующую нить. В мрак Одессе ее угарит, под откос летит эпоха. Забивают водку пивом. С кока-колой пополам все смешалось в перегаре. Водка, пиво, кола. Плохо! Нет, ребята, некрасиво. Летят в храм. Всем привет. Hello, мамуля. Very well, how do? Вот, с вами снова Ломкин Брюля. Самый скромный Бостон, да. Нынче утром встал с кровати, сделал селфи в туалете. И подумал, братцы, хватит, чистим зубы в интернете. В инстаграме варим кофе и натягиваем брюки не куда-нибудь на... А в аккаунт на фейсбуке. Пробудился, сделал фотку. В инстаграм я родную. Снял разбросанные шмотки, подписал брюки. В туалет побрел зевая, не открывши толком глаз, а Фейсбук уже читает долгий путь до унитаза. Шаг за шагом, терпеливо, чтобы не расплескать случайно. Комментарии счастливо, круто, вау, мне мучали. Пара селфи в туалете. И еще 4 в душе. Ты красава, знаю об этом, да чего ж там, ты лучше. То, что ты в трусах и майке, всем безбедно интересно, потому что 20 лайков с комментариями чудесно. Завтрак снят по всем каналам. Я и кофе. Это тост. Я и блинчики с беконом. Я вам кушал селфи просто. 8 селфи по дороге. Это бомж на остановке. Это просто чьи-то ноги. Это синие бытовки. Я приехал на работу. Я в костюме. Я в рубашке. Я с трудом борюсь с зевотой. Я и хрен на бумажке. Я не в душе. Я скучаю. Я и плачу, я и ручка, я сухарь и чашка чаю, я и модненькая штучка, я счастливый на пороге, это синие бытовки, это снова чьи-то ноги, это борщ на остановке, что на ужин, я и пицца, я с фужером, я с бокалом, я в трусах, пора ложиться, я подушка одеяла. Отключаюсь, споки-ноки, сладких снов, люблю вас, зайки, завтра снова будут фотки, все целую, ставьте фотки. Извини, трясутся руки, милый дедушка Мороз. Это пишет Ваня Жуков, у меня тебе вопрос. Может, ты найдешь минутку и сумеешь все решить, потому что очень жутко стало жить. В нашей маленькой квартире пару месяцев назад, точно так же, как и в мире, начался кромешный ад. В общем, это поэтапно, кто бы что ни говорил, началось с того, что папа в туалете покурил. Обнаружив преступление, мама носом повела и в отместку за курение папе санкции ввела. Изгнала его из спальни в зал на маленький диван и эффект предвидит, дай мне починить велел кран. Папа с мужиком примерно столько твердо, как мужик, ввел на маму контрмеры, стал курить брюк. То есть там же, в туалете. Зло открыто, не таясь, несмотря на все запреты, никак не боясь. Мама и дети Вера, не желая уступить, пригласила тетю Веру, чтобы на папу надавить. Тетя Вера прискакала, словно как свой разъезд, и отца к стене прижала, демонстрируя свой дез. Пригрозила папу НАТО в нашей кухне разместить. Папа тут же крикнул, брат, мол, хочешь навестить. Приезжаю, ходим, устроим пьянку, мол, не виделись давно, поиграем вместе в танки или в карты все равно. Ну а дальше брат за брата в 13:50 нам явилась папа НАТО! А за ней отцовский брат. Разместили кучу хлама, все натулись, и сидят и уже не рады. Мама и отец уже не рады. Холодильники не пусты, потому что вместо щетин мораторий на капусту и на прочих овощей.
Мне три диски и салату засорился унитаз, папа запретил зарплату, мама запретила газ, телевизор под запретом, и компьютер и замок. И на все одни ответы, ничего терпи, сынок. В нашей кухне папа НАТО! Разместилась и пройти, сзади будет папа с братом страшным, господи, прости. Очень страшный вид на свете, милый дедушка, Мороз, ты же помогаешь детям. Помоги решить вопрос, на тебя одна надежда. Сил терпеть их больше нет, пусть все будет, как и прежде. Ваня Жуков, 8 лет. Здравствуй, Дедушка Мороз, в подарки принес или нет ни игрушек, ни конфет в твоем красном мешке. Не стесняйся, проходи, просто так, посиди, отдохни. Если хочешь прикорнуть, ну что, давай прикорни. И давай на раз, два, три скажем, елочка, гори, и по взмаху твоей руки я тройник воткну в розетку, и на пластиковых ветках вдруг засветятся огоньки. Ты скажи мне, борода, есть на небе города? Или нет, кроме брошенных ракет, там больше ничего? Если ты ответишь «да», я забуду навсегда твой ответ. Если ты ответишь «нет», я запомню его. Мне ужасно интересно, как успехи тел небесных и какие у них дела. У меня, по крайней мере, 100 вопросов по Венере, и по Марсу не счесть числа. А если на небе закон, да такой, чтобы спокон, или нет, кроме звездочек планет, там больше ничего? Подскажи мне, дураку, как мужик мужику, дай совет, да не хочу я коньяку, не люблю я его. Дуракам закон не писан, если писан, то не читан, если читан, то по складам. Дураку всего-то надо, только плитка шоколада, да улыбки прекрасных дам. Ну, спасибо за совет, посошел, будь здоров, долгих лет. На дорожку сигарет нет, ну нет так нет. Там укатано крыльцо, и давно не горит верхний свет, не разбей себе лицо, всем привет. Будешь рядом, заходи, у меня всегда открыто, и Снегурочку приводи. А по поводу совета я подумаю об этом, все-таки праздники впереди. Когда-то Саша Пушкин сорванцом и шалопаем, Юра Лермонтов лентяем, Саша Блок вообще кривляка. Но однако мы их знаем и читаем их, однако. Грибоедов был, ребята, грубый, неприятный мальчик. И покуривал когда-то, и винца любил бокальчик. Про Высоцкого Володю все вы знаете подробно. Так, однако, колобродил, что аж вспомнить неудобно. А Есенин? Аж неловко. Хулиган и забияка, ведь его же на хитровке знала каждая собака. Йося Бродский был в психушке.
И в тюрьме сидел проказник. А Куджава, как и Пушкин, был шалун и безобразник. Маяковский пистолетом застрелил себя когда-то. В общем, все эти поэты были сложные ребята. Безобразничали жутко. Но чего-то там писали, чтобы мы, найдя минутку, это что-то прочитали, пробудились, встрепенулись и, пожалуй, главный довод. Хоть чуть-чуть, но улыбнулись. Много и надо, был бы повод. Вот говорят, стихи, потеха. Какая блажь, отстаньте, фу. А вы возьмите мне ради смеха из Грибоедова страфу. И в управлении культуры небрежно так, знаете, прочитайте вслух. И знатоки литературы из управления вот этой вот самой культуры на вас посмотрят словно куры, хотя вы вовсе не петух. Вот, это Вячеслав Воронов, он сегодня вам играл на саксофоне, на мелодике, на флейте и на клавишных. Ваши аплодисменты. Другой пример. С красивой дамой решили вы пофлиртовать. Возьмите строчку Мандельштама, чуть-чуть Бодлера и все в кровать. Поймите, дело ж не в фигуре, плевать на вес, размер и рост. Хорошая литература, хорошая литература, и вы красавец, метод прост. Вот, да. Это Дмитрий Беляев, он сегодня вам играл на фортепиано, похлопайте ему. А если наступает кризис, устали вы от суеты, вы уходить не торопитесь, остановитесь у черты. И по порядку, прям, знаете, Пушкин, Гёте, Шекспир, Высоцкий, я не знаю, там, Пастернак. Они, поверьте, знали что-то, они проделали серьезную работу, да, что прочитал хотя бы кто-то. Друзья мои, поверьте, это не пустяк. Авторы и создатели неожиданного концертика благодарят вас за ваше теплое и искреннее внимание. Thank you.